Алые други. Тема такая, немного хочу сказать про понятие юбилей, вернуться к нему, да, я в общем-то его раскрывал, и этимология слова, да, юваль, юбаль, с довольно большим количеством вариантов, да, не об этом речь идет о самом праздники к таковому, да, о чем идет речь. Вот. И кто что праздновал? Тут же да, большой вопрос, да, кто и что празднует. И, собственно, да, хотелось бы поделиться ответами на подобные вопросы, если они у кого-то возникают. А в общем-то они ни у кого не возникают, да, и тут уже другой вывод, да. Вы, в общем-то, поймете, о чем речь, если хватит сил дослушать и домыслить, да, о чем идет речь. Значит, понятно, да, что у нас юбилей, да, у нас ю наполненность, би двух, да, лей, ле сияние и источник. Да, ну мы исходим из вот этой трактовки, там несколько трактовок, еще раз говорю, все рассказывал, да, но речь все идет о том, что наполнен обоими сияниями. По поводу обоих сияний. Я тоже пояснял, вот, и тоже вот это рассказывалось неоднократно, да, там, почему речь о двух, да, что одного как такового, да, быть не может, да, какой второй, да, и что случается, когда появляется третья составляющая. Все это худо-бедно я рассказывал, к этому тоже еще не раз вернусь, потому что кругом рекапитуляция, так или иначе, да, это всегда проявляется это дыхание и тому подобное, во всем есть, да, вопрос в количествах, в мерах, последовательностях и тому подобное. Да, но речь идет о том, что человек наполнен. Да, и вот здесь очень важно, что кто что и когда праздновал по юбилею. Да, как я уже рассказывал, значит, речь идет о том, я сейчас рассказываю про уровень Бога рода, это развитое варварство, и про уровень Роса. Да, значит, что праздновали они, что для них юбилей, вот, особенно, если мы все-таки стоим на уровне Бога рода, да, вот, то есть человек, который все-таки, да, у него не получилось уйти от рока, не получилось по целому ряду причин, да, не было принято, отсутствие знаний, пробовал, но не смог, но скатился, еще какие-то варианты, да, их очень много, в общем-то, одно дело уйти, да, там тоже килограмм условий, как я перечислил, другое дело остаться на этом пути божественном, да, не скатиться в дыхание рока, да, в порог. Тут много составляющих, да, ну, знать путь и пройти его, разные вещи. Вот, значит, и в этом смысле, да, мы с вами рассматриваем все-таки человека, который по каким-то причинам пошел путем рока, он его прошел, да, он выжил, он там что-то преодолел, он понял. Да, если у него не было знаний, или если были, он убедился, да, что да, действительно, то, что ему там когда-то говорили, если ему повезло в детстве, это не говно в уши вливали, это действительно так и есть, и нигде это не сказки, да, то, что видится, да, и рассказывают улыбающиеся лукавые, это совершенно другое, это неправда, это иллюзия. Вот. И когда он в этом удостоверился, да, собственно, вот этот вот период, период последнего седьмого Симеона, вот, 42 года, после 42 у нас период последнего Симеона, это у нас мало того, что каждый Симеон, да, это вот набор, вот, свойственный, да, целому набору этих семи Симеонов, да, то есть там еще что-то, еще, неважно, тут еще и последний Симеон, это тоже набор всех семи Симеонов. Да, то есть каждый год имеет характеристику своего, большую характеристику своего Симеона. Вот, поэтому вот эти семерки. Да, дальше
следующее солнце, это было два семерки. Да, значит, ну я уже рассказывал про это. Значит, речь идет о том, что вот этот период последний, он не относится к року как таковому. Да, как вы помните, рок заканчивается на 40, да, ну, в данном случае 42, если быть точным, да, 40 это там, да, как это, в сторону счета, удобства счета, десятки и тому подобное. Там вот это вот строгие рамки, они неуместны, тоже неоднократно говорил. Да, ну и мы, собственно, выходим на последнюю семерку, когда у тебя есть возможность подготовиться к юбилею. Подготовиться к юбилею, потому что, собственно, твоя энергетика, твой ра, данный при рождении и даваемый, да, вот этими вот предыдущими шестью семенами, он, собственно, помогал тебе да, вот, гореть, все горело вокруг тебя, горел ты сам, вот, ну, куда бедно, да, зачем, это для культуры, да, чтобы культура был больше, событий, которые наполняют его, тоже должно быть довольно много, они не должны быть одинаковые, иначе, собственно, вот это вот разнообразие тебе дает спектр мышления, да, спектр принятия решений, исходя из твоей жизненной практики, да, всех жизней там одновременно, там, в прошлом и тому подобное. Значит, и вот здесь у нас, собственно, да, вот эти вот семь семенов, они, собственно, выводят нас на пик, да, это тот же голбец, да, о котором я говорил, для человека. Да, они выводят на пик, да, вот у нас там, ну, грубо говоря, последний, да, седьмой Симеон. Вот, значит, вот этот Симеон, седьмой, с 42 до 49, он, собственно, подготавливает, есть возможность подготовиться к юбилею. Да. Что такое подготовиться к юбилею? Есть, наступает пик, юбилейный год, да, 49-й год, который, собственно, как ты его проживаешь, а понятно, что ты его проживаешь, да, это вот, как это, весь, не только этих, но ну и в этой жизни особенно, да, весь груз, что ты набрал, да, и каким светом, да, это, собственно, у тебя стало результирующим, вот это вот и определяет дальнейшее движение, я рассказывал, либо это дальнейшее движение, ну, если так, в терминах математического анализа, да, не вниз, да, то есть нет точки перегиба в, как это, да, скажем так, в отрицательную плоскость, да, ну, если мы вот этот вот возьмем, или даже не так, да, вот этот уровень, да, средний уровень возьмем за некую положительную, да, то, собственно, да, вот эта вот точка перегиба, да, насколько эта точка перегиба, это вот в этой самой плоскости лежит, в этом направлении, или она все-таки пошла вниз, да, на увязание и на смерть. Вот, ну, понятно, что из того, что мы видим вокруг, да, тот опыт, который нам доступен, да, собственно, да, все, как бы, ну, 50 и 50, да, более того, юбилейный год, понятия даже нет, и тому подобное. Вот. Но, в общем-то, если действительно груз достаточный, если действительно последний седьмой Симеон ты провел как человек, вот, в хорошем, так, человек с большой буквы, да, то, собственно, за этот период идет подготовка целого ряда систем, энергетических потоков, вот этих вот двух друзей, да, вот, и тут самое главное, дружба между ними, да, но если не дружба, то взаимодействие, это вот это определяющее, да, собственно, результатом этого становится возможность, да,
качественного внутреннего изменения, в том числе, да, и там, как следствие, на материальном уровне. Да, то есть у тебя организм перестраивается совершенно на другой режим работы. Другой режим работы. Причем, что интересно, там довольно много вариаций. Да, начиная от минималки, как я рассказывал, ты становишься источником высшего света, более высокого, да, более. Тут вопрос другой. В чем проще? Проще в том, что когда вот эти два парня худо-бедно подружились, да, или по крайней мере в одном направлении начинаем двигаться, да, возвращаемся, рекапитуляция, да, то есть не нужно особо там рвать себе анус или там уже тем более кому-то другому. Речь идет о том, что все это дело происходит автоматически. Да, вопрос там первый желать, ну там первый вопрос я озвучил, да, второй там желать этого, третий двигаться в этом направлении, да, а не наоборот делать то, что тебя отбрасывает назад или тормозит. Ну, собственно, и все остальное происходит самостоятельно. То есть, еще раз говорю, тот путь, который идет дальше, любой, он уже был много раз. Еще раз говорю, здесь нужно уходить от понятия времени, вот, от понятия прошлого и будущего, да, их не существует. Завтра не существует, да, например, сегодня его не было. Вот, поэтому здесь, в общем-то, вот эта вся система, если ей не мешать, и вектор задан правильно, да, она, собственно, сама движется. Вот здесь, вот какие-то супер насмерть чудесные знания не нужны или не обязательно. Понятно, что если ты не обладаешь и придаешь какие-то акценты в этом направлении, еще что-то, да, ну, это хорошо, да, во-первых, во-вторых, понятно, что ты являешься источником в любом случае, в данном случае твое я, да, и взаимодействие я и эго, высшего вообще и высшего здесь, в этом мире, их взаимодействие, собственно, да, раскрывает возможности всего, да, движения твоего света. Вот, собственно, и задача стремящихся к состоянию роста, да, тех, кто хочет стать уровневый рост, вот, да, чтобы он вырос, последний серьезный бросок, да, седьмой Симеон, вот, и, соответственно, вот этот вот задел для будущего правильного направления, это очень важно. Соответственно, вот, да, когда наступил 40, да, наступил 40, все это, ты наполнен светом рока, рок основной ты прошел, у тебя дальше период подготовительный, да, и вот этот вот празднование 40, да, там еще там плюс-минус там год-два, это вам вопрос там 10. Понятно, я напомню, что праздновали наступление, да, то есть 40 лет не когда у тебя 40 лет уже закончилось, да, а наступление 40-го года. Точно так же те, о ком я говорю, и о чем я только что говорил, они праздновали юбилейный год, наступление юбилейного года. Да? То есть по-нашему, когда исполняется 49 лет, все там, следующий день, да, или вот этот момент, да, условно, твоего рождения, да, и следующее, что пошло после 49, после 7 Симеонов, да, это юбилей. Все, вот этот год, когда ты наполнен, ну, по крайней мере, должен. Или, по крайней мере, вот все. Вот это вот материально-энергетическое световое бурление, оно подошло, да, к вот этой точке выбора, да, куда, в какую сторону. Поэтому это период такой золотой, да, но еще раз говорю, к нему необходимо подготовиться.
понятно, что никто не отменял такие вещи, как там прозрение, еще что-то, да, которые, да, опять приходим к понятию условности временных периодов. Вот. Но вероятность этого события, да, она как бы довольно низка, сами понимаете. Тут, в общем-то, за вот это хрен подготовишься, да, особенно после той жизни, которая прошла порогу. А уж как бы там за день, за месяц, даже за год, это тоже очень, это на уровне чуда, да, на уровне волшебства, если сил стало достаточно, ну какие вопросы, да, дай бог. Ну, еще раз говорю, речь идет о вероятностном подходе к этому делу, да, если у кого-то получилось. Вероятность того, что получится у кого-то рядом, стремится к нулю. Значит, соответственно, сами понимаете, что праздновали люди, стремящиеся к... Да, тут же... Я просто расставляю. Дело в том, что я вот беседую с, там, слава богу, да, уже так несколько человек, да, есть прямое общение, есть косвенное, вот, ну, мягко говоря, в лучшем случае медленно и со скрипом, да, в лучшем случае, а так это вот вокруг да около, ни о чем. Значит, здесь одна из, там же нет такого, что, да, вот, есть какая-то цель, ну, такая, такого нет, есть... Житие Бога, да, и Бог сам определяет цель, вот, и тому подобное. Ну и в данном случае, да, зачем нужны вот эти рабы в виде физических тел? И тут тоже речь идет о мере. Не только ты превышаешь какую-то меру, да, плохо, там, потом недостаточно, тоже плохо, недостаточно энергетики. Да, и что такое, собственно, материальное тело? Это подпитка энергии, свет подпитывает свою энергию. Как свет подпитывает энергию? Он останавливается, да, завращался, остановился, да, вот это внутреннее вращение поменяло количество и качество, да, внутри зародилась новая энергетика. Тут, да, никаких этих самых выходов за пределы представления о сохранении энергии нет. Значит, сумма всегда равна нулю. Вопрос вот этого дыхания, да, дыхания вот этих вот двух состояний. Состояние близких к материи или материя, да, и состояние высшего света. Ну и, собственно, да, если ты устал, ты остановился, отдохнул, и вот в данном случае вот эти вот локальные отдыхи, это стал материей, набрал материи, там, кто наел материи, ну это самый такой экстенсивный и, мягко говоря, не самый корректный способ, да, но тем не менее, ты наел материи, и вот ты как бы у тебя... Да, нормальное светлое состояние, да, просветлел, ты являешься, вот это вот весь набор, да, система, да, материальная, является вторичным источником первичного света. Вот, то есть вот стать источником наиболее максимально сильным, максимально мощным, стать источником для света, это цель света. Да, то есть цель света при переходе, да, в материальное какое-то состояние, вот, да, сваливание в эту материю, да, в этот отдых, да, там цели и задачи реализации может быть килограмм, любая наполненность может быть, еще раз я вам рассказывал, начиная от того, что, да, там Бог пожелал половить тунца, соответственно, ну что такое половить тунца, килограмм условий, да, это мир соответствующий, где есть этот тунец, да, это тело соответствующее Богу, которое может реализовать это желание, да, и может, ну, и жить, да. Соответственно, это тело должно пройти какие-то стадии формирования и роста, вот. То есть это с точки зрения нашего внутреннего восприятия, да, целая, да, телега событий должна произойти, чтобы реализовать желание Бога половить тунца.
Если мы выходим на уровень разности течения времени этих процессов, ну вы сами понимаете, что внутреннее время, да, там в десятки лет и внешнее течение времени, да, они совершенно различны. Там один вздох, а здесь миллиарды лет. Соответственно, вы сами понимаете, что такое, да, там три десятка лет вот в этом ко, да, относительно этого со, ну это вот ни о чем, да. То есть тут вот, да, мышление должно быть вот таким чистым, чтобы понять, о чем идет речь, и нельзя говорить, что там есть вот такая цель. Ну, да, попускай. Да, но там может быть вариантов довольно много и составляющих довольно много. Вот, это вот то, что празднуют люди, стремящиеся к высокому, да, у которого цель не бабок накопить, да, не насрать больше сортир, да, моя рыбная яма самая наполненная по сравнению с вашими, да. А, собственно, задача в другом, задача не материальная, задача родить высший свет, перейти в высший свет, да, накопить энергию в этом грибе, да, чтобы этот гриб передал максимальное количество энергии мне целому, мицелию, да, вот, ну и соответственно, да, породив возможность этому мицелию, да, распространяться дальше в виде света материального, да, в виде спор и тому подобное. Значит, вот это то, что празднуют росы. И, собственно, вот этот вот год юбилейный, он, собственно, да, и меняет многие процессы, да. Вы можете наблюдать изменения во многих процессах. Они в любом случае будут, эти изменения, они происходят, да. Какое направление потом, не то, что потом, какое бы направление, да, де-факто не избрано после этого года, да, изменения происходят. Другое дело, что эти изменения внешне могут выглядеть одинаково или примерно одинаково, но внутренние могут быть диаметрально противоположны. Да. Ну, я рассказывал это, да. И работа печени и так далее. Вот. Особенно то, что свойственно женщинам, да, это набор материи, но все-таки они остались в рамках материального мышления, соответственно, да, ты получаешь, хочешь материю, любишь, говна, да, там нарастает все, да, начиная там от задницы и тому подобное, да, но тут тоже есть свои плюсы. Если, так, никогда, да, до последнего, до гробовой доски, никогда Бог не ставит вот такой предел, что все невозможно, нет варианта и тому подобное. Всегда есть всякие варианты, да, и, собственно, в данном случае женщина, да, набирающая массу, имеет, как это, если не силой своего высшего света, да, помочь тому свету, который в нее выходит, да, получить максимальное отражение, если не уровнем высшего света, то количеством света, да, такого низшего, материального, это тоже достигается. То есть, еще раз говорю, вариантов довольно много, да. Так вот, вот этот вот год перехода качественного, собственно, и люди, скажем так, высшей касты, да, росы или приросы, или которые стремятся стать росом, вот, они, да, их задача, и если ты не вырос до этого путем не прохождение пути рока, то вот это год, когда ты можешь, да, вырасти, да, стать ростом, когда можно сказать, что вырос. Вот. А в данном случае, если мы говорим о том, что это все-таки путь рока, то это путь раса. Путь раса. Да. Ты рас. Да, это вот путь расти. И мы, собственно, если говорим о том, когда и что празднуют люди, скажем так, высшего света, а сколько людей высшего света, это не какая-то элита,
не какие-то бесята, вещающие что-то со сцены или с экрана, не кто-то, у кого много денег. Человек высшего света, вы поняли, все это сказано, человек, у которого высший свет, у которого очень высокий уровень высшего света. Да, по сравнению с теми, у кого либо его нет вообще, либо он минимальный. Да, и то, что там зарождается, он все время сливает с помощью спермы. Значит, это вот речь идет о высшем свете, реально высшем свете человека. Да, как некой ауры вокруг его божественного я. Значит, вот эта возможность качественной перемены, да, выход на уровень выров, собственно, и празднуют люди высшего света. Вот. При этом люди не высшего света, да, челядь может быть в любом виде, в виде функциональном, да, действительно там обслуживающий кого-то, что-то, системы людей, тех же самых рослов, тех же самых идущих по пути раски, вот, либо же работающих на систему, да, какую-то, вот, люди, которым нужно там побольше материального, которые ничего, кроме материального, не поняли, да, не осознали, не увидели. Вот. Эти люди празднуют совершенно другое. Почему они празднуют совершенно другое? Потому что раньше было принято, да, календарь, я уже рассказывал, календарь был разделен на семерки, и были юбилейные года. Да. После семи семерок шел юбилейный год. Да, были правила, что если речь о рабах, а рабство было как... Я вам напомню, я тоже неоднократно говорил, о чем была речь, да, причем, ладно, рабство было как добровольное, так и вынужденное, вот, а опять же, юбилейный год, это, да, там, вот эти семерки отпускали рабов, или, по крайней мере, была такая возможность им уйти, если речь о принудительных, да, если о каких-то повинностях и преступлениях речи, ну, определенные величины, они тоже прощались. Вот, юбилейный год – это прощение всех долгов. Вот, ну и, соответственно, там тоже получалось так, да. Как бы, если ты вот в прошлом году, да, что-то напортачил, то либо вот этот вот период времени до юбилейного года, или там года смены Симеонов, должен быть уплотнен вот этими событиями, которыми ты искупляешь вину, либо, да, либо другие условия должны быть поставлены, чтобы ты вот в этот период все-таки вышел. Много было понапридумано, да, хороших автоматически работающих вещей, да, и вот это сознание в обществе, костяк которого составляли люди высшего света, он собственно, да, реализовывал это. И вот, что касается, несмотря на то, что раньше праздновали то, что я сказал, да, вот, как это, по-нашему 49, да, и этот самый, это юбилейный год, там 16, это наступление 16-го года, несмотря на то, что та челядь, о которой я говорю, уже второй, да, праздновала точно так же, там, все года, кроме 50-го. 50-е они праздновали как мы сейчас. То есть вот прошел 49-й год, прошел 50-й год, да, после 49-го, все, 50 тебе есть, и челядь праздновала это событие. Почему? Почему так происходило? Дело в том, что если человек на попечении в каком-то доме, ну вот представьте, да, двух родов, у него довольно большая родовая, природовая количество людей, да, вот эта диаспора, особенно если мы говорим об уровне бога рода, который жил там 200-300 лет за счет вот энергии, да, своих домочадцев, я рассказывал как. Вот, значит, до вот этого возраста 50 лет полных,
50 лет полных кто-то, ну, начиная с самого хозяина, заканчивая его ближайшими помощниками, да, которые руководили другими. Да, в любом случае, пирамида, да, какая-то была. То есть вот, всех вот этих, кроме хозяина, да, или там хозяйской какой-то семьи, хозяйской основы, всех этих, естественно, вы сами понимаете, в любой момент можно было выгнать. За провинность, за лень, за еще что-то. Вот. Но по правилам того мира можно было это сделать до 50 лет. Потому что выгнать человека 50 лет и больше, да, это фактически обречь его на смерть, на страдания. Это никто не брал на себя, ну, как сказать, не было принято, да, брать на себя подобную ответственность. Соответственно, если ты работаешь в каком-то доме, да, понятно, что ты в этом доме выполняешь какую-то функцию, да, и, соответственно, питаешься, находишь здесь кров, уют, тепло зимой и тому подобное, да, то там хочешь не хочешь, ну, как бы там хотел бы поменять, поменял, да, тебя все устраивает. И вот что праздновала челядь, она челядь праздновала 50 уже исполнилось, он здесь, и, собственно, да, это обеспечивает ему вот такое вот достойное существование, худо-бедно там обеспеченное, понятно, что с вполне определенными обязанностями, да, никто просто так не содержит, но он переходит в ранг людей, с которым меньшие требования нас, и второе, да, ну, это нужно сделать какой-то супер насмерть преступление, да, еще что-то, провинность, да, чтобы тебя выгнали. То есть, фактически, достигнув 50 лет в том варианте, которым мы его празднуем сегодня, да, это для челяди гарантия того, что он, собственно, здесь остается жить и пройдет свои оставшиеся годы. Да, насколько там много будет, их мало, вопрос второй. Это вот разница, да, кто что празднует, у кого какой юбилейный год. И вот сейчас вы просто поймите, да, у того, у кого юбилейный год 50, когда уже исполнилось, ну, соответственно, да, со всеми вытекающими. Да. Мы можем, ну, тут понятно, что это игра отсутствия знаний, либо их присутствия. Вопрос другой, что все сегодняшние люди, они вот в состоянии челяди, да, потому что, в общем-то, вы меня извините, отсутствие знаний и тому подобное. Вот. Росов, ну, там по росам довольно интересно, да, в общем-то, есть, остались и, собственно, даже целые объединения, да, ну, вы сами понимаете, от дураков они за многими слоями. Значит,